Опубликован итоговый вариант предложений по изменению Конституции Беларуси. Он согласован редакционной группой комиссии и одобрен на прошедшем заседании. До 1 сентября проект основного закона страны будет вынесен президенту. Согласно ему, Народное собрание станет новым институтом государственной власти. Но его полномочия пока не ясны. Под вопросом остается и отмена смертной казни. Эту тему предлагают вынести на народное обсуждение. Референдум планируют провести в следующем году. В Беларуси убрано около 5 миллионов тонн зерна. Обмолочено 70% площадей. В лидерах по-прежнему столичные хлеборобы. Среди миллионников также Брестская область. Страда идет к завершению. В некоторых регионах, если не помешают дожди, могут закончить работы на следующей неделе. Единство молодежи – сила Беларуси. Форум проходит в Минске. Он объединил 1500 делегатов из всех регионов. Это учащиеся, студенты и рабочие. В формате открытого диалога участники примут стратегию развития БРСМ на 5-летку. В ней особое внимание уделено гражданско-патриотическому и правовому воспитанию. Кульминационным моментом станет избрание нового состава Центрального комитета и комиссии. Премьер-министр Роман Головченко вручил государственные награды более чем 40 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. Медалью за трудовые заслуги наградили генерального директора холдинга «Бобруйский Громаш» Надежду Лазаревич. В Бобруйском районе во время уборки загорелся трактор. ЧП произошло 11 августа вблизи деревни Воротынь. К моменту прибытия спасатели, машины и пресс-подборщик горели открытым пламенем. Пожару не дали распространиться. В результате вся техника сгорела. Причина происшествия устанавливается.